Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим ленивую пиццу с лаваша кальцоне. Будем готовить ленивую кальцоне. Сначала нам нужно подготовить лаваш. Круглых лавашей я не нашла, поэтому смотрите, с лаваша я вырезала в диаметре 22 сантиметра 2 круга, и один у меня получился 13 сантиметров. Сейчас будем дальше вырезать, продолжаем. Очень удобно. Иногда хочется приготовить что-то быстренькое и вкусненькое. Сегодня это будет ленивая пицца. Ну а теперь готовим ленивую кальцоне. Лаваши подготовили. Нам понадобится 2 лаваша, каждый весом 100 граммов, кетчуп, майонез. Для начинки я буду использовать грибы, колбаску, помидор, сыр моцарелла и одно яйцо для смазывания. Посыпать буду черным кунжутом. Первым делом нам нужно подготовить шампиньоны. Нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем грибочки. Грибы у меня нереально большие были. Сейчас обжарим их. Достала с морозилки остатки колбасы. У меня часто бывает остается, поэтому я бросаю эти маленькие кусочки в морозилку. А потом, когда готовлю пиццу или ленивую пиццу, как в этот раз, мне они пригодятся. Помидор разрезаем на 4 части и пластинками нарезаем. Грибы солим и перчим по вкусу. Грибы готовы, выключаем огонь. Так, у меня будет ленивая кальцоне. И для мамы, и для папы, и для Владика, и для Викули. У всех свой размер. Значит, как мы ее готовим? Все очень просто. На лаваш я выкладываю немного домашнего майонеза. Вы знаете, майонез готовлю сама. Он самый вкусный, натуральный. И готовится 2 минуты. Поэтому лучше все-таки приготовить домашний майонез. Рецепт будет в ссылке под видео. Теперь чуточку кетчупа, немного. Есть. Чуть-чуть моцареллы, чтобы склеить 2 лаваша между собой. Вот так. Сам по себе у меня лаваш очень тонкий, поэтому я буду делать кальцоне с 2 слоев лаваша. Чтобы не очень тонкое было. Края нужно хорошо вот намазать. Смотрите, совсем тонким слоем наносим. Достаточно. С кетчупом не злоупотребляем, так как у нас еще помидорчики свежие. Что мы выкладываем? Смотрите, колбаску. Любую, какую вы любите. У меня здесь целая комбинация. Дальше обязательно грибочки. Я люблю грибы. Помидорчик. И сыр моцарелла. И, конечно же, накрываем. Вот, смотрите. Хорошо склеиваем края. Первое кальцоне готово. Сверху заготовочки. Смазываем яйцом. Посыпаю я семенами черного кунжута. Теперь ставим ленивую пиццу в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. 15 минут и кальцоне готово. Всем приятного аппетита! Готовьте вместе со мной. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Разрезаем хрустящее. Вкусная, с колбаской, с помидорами, с сыром. Вы только посмотрите. Пицца просто отпад. Быстро, сытно и вкусно. Готовьте в удовольствие, готовьте с любовью. Муж уже пришел на дегустацию. Я сразу прибегаю, как ты только зовешь.
Буду пробовать, что ты приготовила. Давай. Я слышал, это называется ленивая пицца. Да. Кальцоне. Помнишь, мы в Египте ели кальцоне в итальянском ресторане а-ля карт? Только не помню уже название отеля. Хрустящая корочка, замечательная начинка, вкусно. Красиво получилось.